мы с вами в этом году начали строить 100-квартирный жилой дом для врачей, которые должны приехать работать. А если вот так взять и более ответственно подойти, объединив все возможности, то надо строить дом на 200 квартир. Поясню почему. Потому что не хватает как раз приблизительно такое количество специалистов. И в этом случае мы можем сказать, что все те, кто поедут работать в Балаково врачами, будут обеспечены служебным жильем. Правильно? Поэтому, Роман Ильич, вот давайте мы запроектируем дом на 150 квартир в Балаково, его просчитаем, включим в программу развития города и его подпишем через 2 месяца. Здесь источники финансирования найдем со своей стороны, помогу, но тогда у нас есть аргумент. Вот у нас зарплаты, вот у нас жилье,